Захотелось чего-нибудь к чаю? Нет ничего проще. Масляное печенье получается мягким и рассыпчатым, хранится долго и не черствеет, готовится очень просто, а главное, быстро. Приятного чаепития! Почему масляное печенье долго не черствеет? Весь секрет в содержании большого количества жиров, именно поэтому в тесто не добавляется разрыхлитель, он там просто не нужен. Выпечка с добавлением большого количества сливочного масла получается ароматной, нежной, рассыпчатой и просто тает во рту. Все подробности, как приготовить масляное печенье, смотрите ниже. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте необходимые ингредиенты, масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно было хорошо размягченным. Сливочное масло, сахарную пудру и ванилин соедините в чаше, перемешайте миксером до однородности, добавьте яйцо, взбейте. Добавьте просеянную муку, замесите мягкое тесто. Тесто можно отсадить на пергамент для выпечки с помощью кондитерского мешка или шприца. Подписавшимся, больше вкусностей. Или раскатать между пергаментом в прямоугольный пласт, толщиной 0,7–1 см вырубите с помощью формочек печенье, запекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Остудите печенье, приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мука, 300 грамм. Масло сливочное, 200 грамм. Сахарная пудра, 130 грамм. Ванилин, 1 щепотка. Яйцо, 1 штука. Количество порций, 8–10. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!